Привет всем, дорогие друзья, подписчики и зрители, как всегда, моего канала. Хочу вам показать, что случилось опять в Абхазии. И там не просто случилось, а огромный такой корабль был замечен, ну, несколько, может, больше несколько людей. Но то, что вы сейчас увидите, и вас, наверное, в дрожь прям возьмет, он просто, как знаете, дирижабль взлетел и исчез где-то. Ну, опять, кстати, именно в плохую погоду был пойман этот НЛО. Я не знаю, какие там догадки к нему идут, но давайте вы сами посмотрите и сами все увидите своими глазами.